Три нарушителя за два часа. Таков итог сегодняшнего утреннего рейда в Ленинском районе Ульяновска. Сегодня сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями общественного совета управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, а также совместно с представителями Министерства образования и науки Ульяновской области, представителями участковых уполномоченных полиции по городу Ульяновску, проводят профилактическое мероприятие «Автокресло», цель которого – выявление водителей, которые перевозят несовершеннолетних детей без специальных детских удерживающих устройств. Операция «Автокресло» выбрана не случайно. Совсем скоро 1 сентября. А это значит, что юных пассажиров на дороге станет больше. Чтобы предотвратить трагедии и еще раз напомнить родителям о необходимости правильной перевозки детей, сегодня инспекторы ГИБДД вышли на улицу. За 7 месяцев 2016 года произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пассажиров, в которых 4 ребенка погибли. На дорогу вместе с инспекторами вышли и общественники. Они раздавали водителям памятки. Но сегодняшний рейд показал, наверное, для меня очень такие приятные ощущения. Мы общались где-то с 3-5 водителями, как мужчинами, так и женщинами, которые перевозили сегодня утром детей в детские сады. Хочется сказать им большое спасибо, что они очень ответственно относятся, в первую очередь, к обязанностям, как родители. То есть они имеют кресло оборудованное, соответствует всем требованиям, детишки пристегнутые, довольны, счастливы, едут в детские сады. У тех трех нарушителей, которые удалось выявить за рейд, были свои, как они считают, веские причины не соблюдать правила перевозки детей. Почему не пристегнулись ребенка? Это же безопасность вашего ребенка. У вас дети есть? Есть. Есть. Вот мы едем уже, да, 3 часа, они не могут пристегнуться ехать. Как вы поймете, это ваши дети, это ваши будущее. Не наказать вас, понимаете? За полтора часа у нас вы первая машина с нарушением. Инспекторы как могли старались достучаться до нерадивых водителей. Будем надеяться, что они задумаются и все-таки обезопасят своих детей. Ведь дорога не прощает ошибок. Лилиана Рахматульна, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.